5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Four forward, drift into the right a little. 6.5. Turn back right. Okay, engine back. Так если я уже был там, значит, вы не первый человек, высадившийся на Луну? А ты не первый человек, который получит свинца в лоб за такие сомнения. Вы еще не слышали, как я познакомился с крестным отцом? О, Бруно! Офицер Бруно! Ваша жадность имеет королевскую пунктуальность. Я лишь забочусь о своих маленьких дочках. Третий, я вступил на смену. Принято. Антонио, шпрот и сардини на месте. Погнали, Антонио! Деньги! Антонио, давай! Я долго на мафии, у меня же дети! Я вообще офицер полиции! Офицер Бруно! Успокойся! Успокойся! Я Мерседи сейчас покажу, как работать надо, да? Я далеко. Прием, офицер Бруно. Что у вас за стрельба? Я в кинотеатре. Черт, Бруно! Скоро инфаркт хватит. Эти дебилы снова завалили задание. Клянусь толпой ликующих христианцов в церкви Папы, что отвезу вас сейчас на площадь Лоретто в Милане и повешу за ноги. И ты, Кортезо, будешь у меня Бенито Муссолини. А ты, Антонио, Клары Питаччи. О, старый девушка Матрозио! А вот старый дедушка Понтий Пилат. Привычка. Так вот, старый дедушка Понтий Пилат не оправдал бы тебя в преддверии еврейской Пасхи и сгустились бы тучи. После твоей казни не настало бы великое воскресенье. Офицер Бруно погиб. Куда вы дели его тело, придурки? Ставили там. Доктор, ну скажите, что с ним? У него мало шансов. Думаю, 3 дней не протянет. Мои соболезнования, сеньор. Это вирус Эбола, да? Нет, у него инфаркт. Боже! Моей молитвы не хватило 3 метра, чтобы добраться до неба. Спасибо. Есть кокс у кого-нибудь? Thank you.
После Белой конфликт, у тебя хватает смелости приходить сюда? Это все в прошлом. Твои парни могут опустить пушки и застегнуть шеренги. Я хочу тебе кое-что предложить. Я слышал, крестный отец скоро отбросит коньки, а это был последний мужчина в вашей семье. Я знаю, кто может заменить его. Вашу мать! Кто пришел? Что-то вы рано-то... Мои похороны только завтра. Боже, дорогой, тебе нельзя волноваться. Крестный отец, вы не переживайте. Мы продолжим ваше дело. Вот, я вам привез ваше любимое вино, коксу, если хочешь. Да. Мы разделаемся с моцареллой, пепперони, его пиццериями. Аж просто сардини мы законсервируем в его же масле. Покушай, дорогой. Тебе надо быть в тонусе. Похороны отнимают много сил. Не волнуйся. Я уже договорился с апостолом Петром. Твой кортеж въедет без очереди во врата рая. Какой рай, падре? Ваши молитвы были доставлены вовремя. Крестный отец идет на поправку. Дева Мария! Надо было их послать в почты России. Сегодня в Палермо состоялась сделка государственной важности. Известный магнат и крупнейший экспортер морепродуктов Шпрота Сардини выкупил все активы холдинга семьи Версетти, тем самым завладев 83% недвижимости в Палермо. Эксперты считают, что данная сделка повлечет за собой новый виток в развитии экономики Сицилии. Шпрота Сардини занимает 7-ю строчку в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes и 1-ю по версии издания Шпрортс. И даже криминальное прошлое не испортило его репутацию. Я считаю, что сделка была очень удачной. Я рад, что вы объединились. Что ж ты, Антонио, хоть бы причесался перед репортажем. Поганые ублюдки!